Всем привет, с вами Прия. Сегодня решил записать вам небольшой информативный видос по типу миф плюсов. Кто же, как не я, расскажет вам об этой новой интересной вещице. Суть в том, то, что исходя из английского текста, который написан на официальном твиттере Warcraft, идет информация о том, что нам нужно закрыть лишь 10-й ключик в текущей неделе для получения максимальной награды с нашего сундука в оплоте. Закрыв 10-й ключ в текущую неделю, мы сейчас откроем календарик, то есть до, получается, там, 30 августа, среды, вы закрываете ключик 10-й, и конкретно в среду уже вы пролутаете 900, по-моему, 35-ю вещицу. Это очень классно для твинков и для вообще хоть кого в принципе, потому что сейчас мы лутаем 930-е вещицы, будем лутать 935-е с десятых сундуков какое-то время. Потом, когда введут рейды, вся эта планка пойдет выше, выше и выше. И мы опять же дойдем до наших прежних пятнашек. Сделано это для того... Да, что для чего? Сделано это из-за того, что сплющивание... То есть, если мы сейчас откроем лут-таблицу самых обычных мификанстов, то мы увидим лут в виде 865-го эквипа, 865-й, тогда, когда выйдет обновление 7.3, мы будем лутать самых обычных мифик подземелья, 885-й шмот. И делать Близзардом так, что с ключей вторых, третьих, четвертых лут падает ниже, чем с обычных вторых ключиков, допустим, там, с обычных, точнее, эпохальных инстов, это глупо. И поэтому они делают так, то, что с эпох инстов обычных мы будем лутать 885-й лут с плюс 2, плюс 3, там уже маленько побольше. И так, доходя до десятки. Тогда, когда откроется рейд, все это дело подымется еще. И мы также будем крыть пятнашечки. И все это станет вновь актуально. Будем фармить десятки, будем фармить АП, ждем 7.3, надеемся на лучшее, как говорится, на работоспособность серверов и квестов. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок, как говорится, побольше. Надеюсь, со звуком в текущий момент все отлично. До скорого!